Погнали! Как же он все-таки едет по снегу? Мы дождались специально такой жесткой и лютой погоды, чтобы засадить мужика по самые колеса. Погнали! Ну как вы видите, друзья, к сожалению, мужик не едет по снегу. Ну как, едет, но как бы хотелось бы нам, чтобы он ехал, это конечно нет. И мощные мучения именно с рулежкой сзади, это просто капец. Я не знаю, кому нравится вот такое рулевое управление, ну блин, я не знаю. Как вы видели по снегу, как он едет?
Если вас это устраивает, пишите в комментарии, меня лично нет. Сейчас вот мы уже приготовили прицеп, откопали его снега и грузим мужика на базу, где мы будем его, ну, что-то с ним делать, друзья. Так что грузимся в прицеп.